Здрасте. Здравствуйте. У вас печень есть? Есть. Какая нужна? Беда, брат. Печенка сгнила. Надо новую. У вас деньги-то хотя бы есть, молодые люди? Это у нас что? Печень. Годится? Вовчик. Печень, которую я у тебя брал, оказалась нечеловеческой. А чей? Свинячий. Ужас. Заниматься надо тем, чем никто никогда не занимался. Либо тем, чем занимаются все. Но делать это лучше всех. Ну да. Печень брата еще никто не продавал. А если меня убьют? Убьют, похоронят.